Государь, я к вам с невероятным известием. Распутин в субботу ночью был убит. Ой, не смешите, я люди добрые. Батюшки, за благословение молитвы. Помолю за вас. Этот человек поразил меня тем, что у него не было тайных намерений и не могло быть. Вся душа наружу, как у ребенка. Плохо ушло, облако пришло. Значит, полиция следит за старцем? Да, следит. По моему указанию, государь. Немедленно отменить. По моему указанию. Правда помогло в лечении старца? Он поставил меня на ноги. Когда будет страшный случай, когда и позовете. Он же у вас на глазах продлил. Прошу простить, он при мне лишь раздавал деньги бедным. Взяток не давал и не стану. Помоги, старане, помоги. Помоги. Он необычайный человек. Ему все открыто. Царь войну начнет. Говорят его сволочи. Только-только народ зажил. Богу пришли. Детей учить стали. Войну начнешь, возненавидят. Повернут штыки против тебя. Не смысл это дело. Ну, вроде простое. Семейное. Да семья непростая. Царская кровь. И тебе, дураку, голову откусят и не понравится. Последние месяцы жизни Распутин стал неуправляемым. Ваше Величество, всего лишь один вопрос. Это вы приказали его убить. Шею сверну любому, кто матушку императрицу убил. Слышно меня? Этими вот руками шею сверну любому! Все сбылось, что он предсказал. Вы любили его. И сейчас люблю. Я немец, вижу это со стороны. В каждом русском есть Распутин, в каждом.